Здравствуйте, уважаемые телезрители! Так уж устроены люди, что каждый из нас уникален по-своему. Двух абсолютно одинаковых людей, пусть даже они и будут близнецами, не существует. И даже если бы люди были одинаковы, они все равно находили бы друг в друге разницу. Так уж устроен человек – жить вместе, сообща. Строить государственность, устраивать свою жизнь было бы невозможным, не будь у человека еще нескольких свойств – духовности и культуры. Именно они во многом помогают нам строить высокодуховное, высоконравственное общество. А как, по-вашему, как культура и духовность помогают нам, каждому из нас, и для чего нам нужна культура? Культура и духовность – это основа всех основ, особенно что касается развития человека. Чем более богат духовно человек, тем он имеет больше шансов и возможностей для роста. Культура нужна нам для того, чтобы мы, во-первых, оставались людьми и в своем человеческом развитии достигали новых высот. Культура и духовность способствуют именно росту человека в интеллектуальном смысле, в интеллектуальном плане, потому что именно без духовности человек может не понимать многих процессов. Культура, в моем понимании, нужна для того, чтобы человек развивался, именно приобретал высоконравственные такие интеллектуальные качества. В первую очередь осознать себя, осознать свое место в обществе среди других людей, иметь возможность делиться знаниями, различным опытом. Культура нужна для того, чтобы люди понимали друг друга, для того, чтобы уважали друг друга, какие-то ценности воспринимали. В принципе, я считаю, что без культуры жизнь современного человека немыслима. Культура, она возвышает человека, она делает его интересней. Культура помогает человеку развиваться творчески, добиваться высот, причем не только в отрасли культуры, в литературе, в писательстве, а даже в самом обычном труде. Отличительное свойство культурного человека – способность не досаждать, ценить мнение окружающих, при этом имея, безусловно, свое. А что еще отличает культурного, высокодуховного человека? Какими качествами он обладает? Его отличает высокий уровень человеческих качеств. Это духовность, толерантность, высокий уровень понимания происходящих процессов в современном мире. В моем понимании, это культурный и высокодуховный человек – это человек, который может не только сам обогатиться, но и именно окружающим способствовать помощи. Люди, которые не интересуются как-то, возможно, как-то культурно не развиты, они по большей степени, наверное, следуют за остальными просто. Поэтому это мое мнение. Не обязательно. Культурный человек – это обязательно человек с высшим образованием, потому что очень много людей, в которых культура, поведение, культура в целом заложена как бы самой природой. В жителях Великой Степи культура и духовность заложены изначально. Иначе и не было бы этой современной, динамично развивающейся страны сегодня. Страны, которую мы с гордостью называем Казахстан. Уже в новую эпоху независимости мы сумели объединить все эти этносы в единый сплоченный народ. Сегодня это наше главное с вами преимущество. В этом наша сила обращается к нашему опыту в другие народы, учится у нас. Вместе мы строим города и поселки, растим хлеб, возводим индустрию, прокладываем дороги, создаем семьи, воспитываем детей. Мы вместе радуемся успехам, поддерживаем друг друга в самые трудные минуты. По моему поручению в рамках плана нации законодательное учреждение роль ассамблеи в качестве координатора всех благотворительных акций в стране. Искусство жить вместе в мире согласия – это наш самый ценный опыт, и его надо всегда беречь. Как только один начинает говорить, что его нация лучше другого, или его религия лучше другого, вот тут начинаются самые ужасные вещи, которые мы наблюдаем во всем мире. Мы люди, человеки, Богом созданы единым образом, подобию Его.
И только потом мы узнаем, что какой мы национальности предложим и кто мы такие по религии. Вне зависимости от вероисповедания, национальности, цвета кожи или знания языков, все мы находим общий язык, который и помогает нам строить наш общий дом. Взаимопонимания вам и терпимости!